повести, который ведет свое начало со славных петровских времен, от слободы пахотных солдат, именуемой Едкаринской, каковая в 1780 году волей государыни нашей императрицы Екатерины была провозглашена уездным городом Саратовской губернии. Куликова в 1904 году размещается в собственном здании, выстроенном на Торговой площади. Здравствуйте, почтенные господа! Мы, Карина, я сюда свой товар продать, себя показать! Я написал письмо туда, ко мне мастер приехал на дом, а там внутри пластмасс. Золотой яичко! Публику! Не вижу никакого! Петруша, надо публику приглашать. Пора в публике жевать. Вот, мама, я сам буду объявлять. Отпиши, да вот. Еще вынесли. Сам уже дорогите. Как посла в городе наш подсказ. Ожидается ярмарка. Я не знаю, что это за какие-то.